Всем привет, меня зовут Влад, кто не помнит, канал «Охотник на привате». Как вы уже догадались по названию ролика, я отправляюсь на охоту на гуся в Оланец. Настроение у меня прям вообще заряжено, отлично. Каждый гусятник мечтает побывать на родине гуся в Оланце, где сходятся все коридоры гусиные. С собой взял топливные брикеты, питание, провизию на 3 дня, даже больше, чтобы хватило на всякий случай. Палатку, печку, раскладушку. В общем, чтобы было комфортно проводить ожидания между налетами гуся. Чтобы можно было хорошо восстановить силы, чтобы был меткий выстрел, хорошо дуделось в манок. И чтобы охота сложилась и удалась. Давайте, ребята, всем приятного просмотра. Ни пуха, ни пера. Ну все, я приехал. Расставили чучела в поле. Поставил палатку, там мужики уже спят. Женя поехал встречать еще ребят. Время 11 вечера. Из трубы идет дымок. О, какой дымок. А вот так выглядит моя студия на ближайшие 4 дня. 4 дня я здесь буду жить. Вот она. Раскладушка, печка, столик, провизия на 3 дня. Даже на 4 должно хватить. Так, печка у нас затоплена. Вон тут идет огонек, греет кашку. Каша у нас рисовая с говядиной. Красота. Ребят, приятного аппетита. Решил я выпить гранатового сока. Чай сейчас не буду заваривать. Хочется холодненького. Все, давайте за будущую охоту. За завтрашнюю. Кашка-то космическая. Реально вкусная. Ну ладно, давайте, ребят, все. С утра увидимся. Доброе утро. Сейчас пьем чай и выдвигаемся. Ну все, про все, где-то полчаса. Ну как, комфортно? Хорошо. Так, я тоже залезаю. Ехать спать надо было. Отлично, угу. Сел. Ну все, тогда готовимся. Давай, подбрасывай. И не шевелимся, вот если гусь будет налетать, не шевелимся прям максимально. Все. Давай, Жмак. Друг гусь будет тоже светить. Неплохо, неплохо. Отдай меня.
Есть. С полем. Во. Раз, два. Подранок. Ага, далеко уходит. Так, иду добирать подранка. Это он казар у нас. И на обратном пути заберу. И иду за подранком. Подранка так и не нашел. Не знаю, может, туда через речку перелетел, и там все уже, никаких мостиков туда никак не пробраться. Сейчас там ребята стаю крутят. Подожду, когда закончат. И пойду. Гусь прям на них заходит. Прям на них идет. Прикол. Прямо сел к ним. Прямо к ним, с краскам сел. Пойду смотреть. Подожди, подожди, сниму. Подожди, сниму. Я казару заберу. Вон казару. Где он? Смотри, клади ее и подходи. Ждешь камеры. Мы тогда не стреляем. Подожди. По чуть-чуть ладно, иди. Возьмешь? Возьмешь его? Ладно, ну могу, а что нет? Ну давай, только ты должен попасть. Ты должен попасть. Как так-то? Че, серьезно, промазал что ли? Конечно, промазал. Не пирал, не ёжил. Упор стрелял же. Снял как... хоть кадры. Все, закончилась утрянка. Вот такой результат. Андрей, покажи. Вот белочок и казарка. Гумяш и белолоб. Конечно, могло быть еще больше. Некоторые обстоятельства помешали нам в этом. Но ничего, сейчас мы идем в лагерь, отдыхаем. И выходим на вечерочку с новыми силами. Картошечку с тушенкой. Еще раз, это лосятина. И олень благородный. Благородный. Не просто олень. В афганском казане все по красоте, все по охотничьи, как полагается. Еще? Все, хватит пока. Спасибо. Давай-ка сейчас туда пройду. Офигенно получилось. Ну все, приятного аппетита. Приятно. Спасибо. По вкусу попробуем. Соль вот поставил. Так прикольно. Да, соль чуть-чуть, да. Чуть-чуть соль добавить. И будет самое то. Всем приятного аппетита. Дневной отдых. Отдыхаем несколько часиков. Набираемся сил и отправляемся на вечерку. Печку натопил, прям даже жарковато. Там тоже все ушли уже на вечерку. Ну и мы собираемся. Уже 6 вечера, чуть-чуть подзадержались.
заворачивают, заворачивают. Наши клиенты. Наши клиенты. Достаем из погреба наших гусей. Давай. Ох, вот такие сегодня, да, результат. Всем доброе утро. У нас настал второй день охоты. Время 3 часа ночи, там 3:30. В принципе, все собрались. Сейчас выдвигаемся на позиции и будем охотиться. Доброе. Доброе утро блогерам. Ну да. Всегда с камерой. А, не снимай меня, я не накрашу. Молодцы, ребята. Хорошая работа. Я вообще классный парень. Ты без патронов? Без патронов, что ли? Ни разу не стрельнул. Прикол. Что, серия только одни. Да. Нормально, Андрюх, мы с тобой отработали. Давай пятерку-то. Все, отлично. Так. 10 минут сидим с кратки, и вот она, вот ряночка уже приносит свои результаты. Хороший налетик. Выбили сразу же. Раз. Вот, казарочка такая. Все, вот они, две казарки. Отлично, с полем. Ребята, с полем. Некуда. Казарка белощека. Было решено на общем собрании переставить хоротки в другую сторону, чтобы они смотрели, потому что получается вся птица заходит по ветру из-за спины, и нам вообще получается неудобно стрелять в спину уходящей птицы. Поэтому сейчас разворачиваем скоротки, дополнительно маскируем и принимаемся дальше к ожиданию гуся. Гусь летает немного, но он летает. Налетики присутствуют. Перестановка скоротков идет полным ходом. Теперь уровень добычливости гуся повысится раза в 3 точно. Но это не точно. Это не точно.
Ну вот подходит к концу наш переезд. Вот так со стороны выглядят скрадки. На самом деле очень даже хорошо. Как будто просто бугорки. О. Сейчас постараюсь думать, как гусь. Не, смотри, вот отсюда, отсюда, если вот мы ожидаем отсюда налета. Это вообще. Ты бы налетел на такие. Ну я бы мимо пролетел бы, не переживал бы даже. Да. Ветер дует оттуда. Ожидаем гуся отсюда. Гусик прибавляется. Вот такая вот красота. Дневной сон, часик киморнуть. Потом сейчас банька запарится, помыться и выдвигаться на вечерочку. Гусь ждет, ждет нас. Не начинает летать, пока мы с кратки не зайдем. У тебя-то там уже тренируется манить. Начинает вставать уже. Додвигать на вечерку. Себя чувствую уже как местный житель, как будто бы я тут уже всю жизнь живу. Привыкаешь. Погодка такая сегодня хорошая. Полевая банька. О, порог-то идет. Хорош. О, камера потеет. Попарился, вообще хорошо. Вот то, что нужно. Чистый охотник, хороший охотник. Все, теперь добыча будет в два раза больше. Это как ни крути. Мне реально хорошо помыться, прям вообще освежился, чистенько все. Спасибо. Тряночка третьего дня. Все, занимаем места. Так, крючок в сторону. Я готов. Сейчас. Чем будет. Штепка снижается. Двоечка с моей заходит. Не, не семья. По кругу как-то пошли. Непонятно. Йоу! Yes. За лобик. Убираем в погреб наш. Ну, туда завалился. Йо. Есть. Андрей дернулся. Она дернулась, Андрей дернулся. Смешно получилось. Все, он там больше сломал. Как будто бутылка с водой трясет. Смешно получилось. Приподними! В ожидании гусиного налета. Вон Андрей там разглядывает карту гусятника, смотрит сейчас, где гусь летит. Ой, радар. Гусь радар, а не флай. Флай радар, да, гусиный. Ну двоечка вроде как.
Так, под шулюм кто пойдет? Ты или ты? Ну давай тебя возьмем. Ты пониже висишь. Сделаем из тебя шулюмчик. Прикупил такую насадку для ощипывания птицы. Насадка пиросъемная. Сейчас будем пробовать ее на гусе шуруповертом. Ну как, да, пробуем, что сейчас получится. Ну да, вообще ни о чем. И что такое там? Ты замажешь? Да. Надо дрель, наверное, это. А, стой, сейчас, зайка, здесь я стопор-то уберу. Жесть. Блин. Тащите лопату, братцы. Лопату? Да. Похороним ее? Нет. Женя, короче, психанул, сказал, что мы херней занимаемся. Покажет нам сейчас, как надо. Казарка. Она легко. Легко идет, да? Это гумиша, блин, защипывать. Долго. Все, готово? Давай это. Обшмали. Зажигалка есть? А это без этого, без пьеза? Прошло испытание насадка это. Все. Откидываем. Нам говорили то, что это говно. Мы не послушали. Теперь придется ее отложить. Шулюм-булюм. Получается такой бульончик наваристый. Все, уже разварилось. Конечно, нормально. Еще не надо воды? Да не, я думаю, что нет. Аж никуда не денется. Опа. Резинка. Скорее. Иди сюда, резинка. Да ё-моё, как все идет. Вот такая красота. Выглядит очень аппетитно. Проверь картошечку, как она. Картошка в труху, все как вообще надо. Вообще потрясающе. Мясо, все. Теперь что надо сделать? Надо добавить зеленушечку. Давай. Прям так порубали. Красота. Поохотничьи. Бесцеремонно. Ах, как это пахнет. Просто песня, даже без рязанского самогона. Ай, красота. Представляй. О. Еще ли хватит? Давай еще чуть-чуть, конечно. Ай, о, какая вкуснотища какая. Все, я пошел есть, давай, ребята. Вторую. Давай. Все, всем приятного аппетита. Итак, что? О. Теперь что надо добавить? И соль. Жирненько.
Всем доброе утро. Уже начинаю потихонечку путаться. Какой сегодня день? Уже 4-й или 5-й идет. Уже, в принципе, день сурка. В 3 часа ночи встали, поохотились, пришли. Покушали, делами лагеря позанимались. Днем поспали. Проснулись, пошли на вечерку. Поужинали и спать в 12 часов ночи. На завтрак чаек уже согрел и кашу. Завтракаем и выдвигаемся. Там ребят тоже вроде уже встали. Доброе утро. Еще одна казарка. Вот такой результат. Завтряночка. Аванец 2024, весна. Это Влад сам добыл всех. Сам наманил, сам добыл. Вот благодаря 5-кратному чемпиону России по игре на духовых манках. Только благодаря ему получилось достичь этого результата. Ну вот такой результат. Лагерь я собрал. Все быстренько упаковал. Дождик, конечно, не вовремя пошел. Сейчас надо будет сушить всю палатку, когда приеду. Все, ребята там остаются, охотятся дальше. Со всеми попрощался, еду из лагеря. Ну что сказать, охота мне понравилась. Охота, вроде как, и все говорят, что результат не особо. Я первый раз попал вообще на такую охоту и такой результат. Везу целый гермомешок гусей домой. Классно. Если бы еще найти человека, который их ощипает, я был бы вообще благодарен. Ну ладно, этим дома займусь. Здесь я уже не стал, потому что дождик, да и как-то что-то неохота уже, хочется домой поскорей. Домашний уют. Ребята там остались. Андрей поедет завтра. Женя там вообще до 10 числа, до закрытия. Поэтому у них еще все впереди. И я думаю, результат еще будет интересней. Еще будет больше гусей и больше выстрелов, больше налетов. Я отправляюсь домой. Впереди 4 часа дороги. Поедем в весну. Здесь еще почки даже вообще не набухли. В Питере уже все зеленое, когда уезжал. Сейчас я приеду, будет еще, наверное, больше. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много охот, много рыбалок. Все, всем пока. Еду домой и проезжаю мимо зоны покоя. Смотрю, сколько гусей. Просто его тысячи тут. Вот там. Там. И туда дальше, за края, туда вот, за поля. Все это в гусе. А вот получается, вот этот лесочек. И за этим лесочком начинаются уже поля, где стоят скоротки и ждут гусей. Там гусь не идет туда, только здесь. Пожалуйста. Thank you.
Все, пока, Ланец. Рад был познакомиться. Еще увидимся.